Всем привет, ребят! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет очередной выпуск про ежедневник. И как вы поняли из названия, сегодня мы будем оформлять март. Я решила приделать сюда вот такой вот розовый кармашек, потому что, во-первых, он здесь хорошо сочетается, а во-вторых, сюда можно складывать любые заметки за весь месяц, например, билеты или же какие-то фотографии полароидские небольшие. В общем, да, это удобно и красиво. Далее, я думаю, добавить вот сюда вот какую-нибудь цитату или просто красивую надпись. Написала такую фразу, и переводится она как «делай то, что заставляет твою душу сиять». Здесь я просто посажу какие-нибудь милые растения, например, кактусики. На этом все. Вот такая вот милая страничка в постельных тонах у нас получилась. И я довольна результатом. И если вы тоже, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И всех целую. До скорых встреч!